Сегодня я решила приготовить тыквенный крем-суп. Этот рецепт я нашла в одном журнале. Если он мне понравится, я вам его обязательно дам. Давайте готовить. Ингредиенты, которые я приготовила. Тыква, морковка, лук, чеснок, свежие сливки, оливковое масло, любимая приправа. Я взяла универсальную, ну и, конечно же, соль. Все, начинаем. Так, друзья мои, сейчас в сотейник наливаем оливковое масло, ну, 1-2 столовые ложки, не больше, много не надо. В разогретый сотейник добавляем лук, обжариваем его, затем добавляем морковь, чеснок, все жарим ровно 5 минут. Добавляем тыкву, любимые специи, соль, заливаем все водой и тушим 20 минут под крышкой. Тыква у нас уже сварилась. Сейчас я вам покажу, как она выглядит проваренная. Вот такая вот масса получилась. Сейчас мы это все взобьем погружным блендером. Сейчас мы добавляем 100 мл сливок сюда. Перемешиваем, доводим до кипения и кушаем. Я примерно налью опять же. Все. Сейчас украсим перцем, добавим любимую зелень. Вот такой вот суп-пюре из тыквы у нас получился. Идемте дегустировать. Если честно, я пробую вообще вот такую вот штуку первый раз. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Рецепт я вам оставлю в описании. Буся, а ты будешь супер? Сюда можно еще сухариков накидать. Вкусный, блин. Алиса, сколько в тыкве калорий? 22 килокалории на 100 грамм. Вообще низкокалорийный. Можно и без сливок было. Ну, как сказать, многие люди любят сливки. Вам стоит попробовать. Ведь вы сами можете решить, как вам больше нравится. Очень вкусно. Вам бабушка нашептала другой рецепт. Поделитесь. Алиса, стоп. Оки любит она поболтать.